Когда американские элитные группы войск, зеленые береты в армии, тюлени на флоте, рекон в морской пехоте нуждаются в помощи, они могут полагаться на воздушное звено для спецопераций. Благодаря высокой специализированной оснастке, беспрестанной тренировке, это звено уникально подходит для их весьма ответственных заданий. Огневая мощь. Воздушное звено для спецопераций. Спецэскадрильи за последние десятилетия бывали в бою чаще других авиаподразделений. Босния, Гренада, Панама, Афганистан и Ирак. Их уникальные специализированные воздушные машины прекрасно отвечают задачам воздушной поддержки совместно с дружественными гражданскими группами. В 60-е годы в американской армии поняли, что сражения малой интенсивности требуют большего внимания. Конфликты Третьей мировой войны нерегулярны, носят партизанский характер. И для подобных миссий требуется спецавиация, не обязательно высокотехнологичная. Во Вьетнаме для этих операций требовался вертолет и близкая поддержка авиации. Но когда в 79-м Иран больше года удерживал 52 американских заложника, воздушная тактика изменилась в корне. В определенном смысле мы называем Аятоллу Хамини крестным отцом современных спецопераций. Потому что именно тогда мы сыграли существенную роль в попытках вызволить этих заложников. И с того времени мы стали получать ресурсы, необходимые для этой работы в современных условиях. Командование спецопераций американских ВВС Херлберт Филд во Флориде стало результатом этих усилий. Там же располагается 16-е воздушное звено для спецопераций. Это подразделение отличается от всех других в ВВС разнообразием используемых воздушных машин. Большинство обычных авиазвеньев используют только один тип машин, а в этом звене каждая эскадрилья имеет свой тип машин. И вертолеты, и самолеты с неподвижным крылом. Каждая подобрана для специализированных задач. Среди самолетов мы имеем AC-130H Gunship, основа для огневой поддержки с воздуха. MC-130 — разновидность C-130. Его задача — проникновение. Самолет размеров C-130 позволяет нам глубоко проникать во вражескую территорию или в воздушное пространство. Третья подобная птичка — это HC-130. Но это заправщик, он должен дозаправлять в воздухе наши машины. Мы имеем два вертолета, побольше и поменьше. Это вариант H-53 и MH-53J Payload. Также для проникновения. Но он проникает глубже. MH-60 — легкий вертолет, дозаправляемый в воздухе, тоже проникает глубоко, но не имеет полной электроники для проникновения, как 53-й или AC-130. MC-130 называется Combat Talon. Его задача — доставка спецгрупп вглубь вражеской территории с парашютом или с посадкой на подходящие площадки. В его длинном носу есть радар, отслеживающий местность. Он позволяет летать над вершинами деревьев, где нас не может засечь радар противника. Для еще большей скрытности задание выполняется обычно ночью. MC-130 имеет и другие возможности для доставки. Во время войны в заливе среди его специальных заданий была доставка бомб Blue-82B, косильщики Маргариты.
С десяток косильщиков применили против передовых бункерных комплексов, чтобы подорвать решимость иракцев оказать сопротивление первому удару американцев. В то время это были самые большие из бомб, принятых на вооружение. Потом их заменили более массивные 10-тонные бомбы с GPS-навигатором MOAB, что означает массивный орудийный воздушный удар или мать всех бомб. Combat Talon снабжен системой Fulton для возвращения земля-воздух и используется для возвращения бойцов и оснастки с вражеской территории без посадки. При этом сбрасывается трос, поддерживаемый специальными шарами, а затем лебедка быстро поднимает солдат и оснащение. В 1996 году от системы Fulton решили отказаться и использовать тяжелые вертолеты дальнего радиуса, как MH-53 Payflow. Payflow восходит к Stallion H-53, первому тяжелому вертолету морской пехоты. Однако Payflow имеет в носу набор сенсоров, которые позволяют летать над верхушками деревьев, невидимо для вражеского радара. Payflow используется для спасения пилотов, сбитых над вражеской территорией. В 1991 году Payflow возглавил первую атаку на иракскую ПВО. За ним летели Апачи уничтожать иракские радары. Очень важное первое отличие этой машины от других то, что она может выписывать профиль местности и может укрываться местностью от радаров. Она может летать ночью на высоте 30 метров в плохих погодных условиях, когда изнутри ничего не видно, и летать безопасно. Другое достоинство — установленная на ней система инфракрасного видения, позволяющая видеть ночью. И самое главное — улучшенная система навигации, то есть инерциальная навигационная платформа и система глобального позиционирования. Это позволяет преодолевать большие дистанции и прибывать на место с точностью до секунды. Еще одно достоинство, как уже говорилось, — способность глубокого проникновения, причем куда хотелось бы и когда хотелось. Диапазон действия MH-60 Payhawk'а короче, чем у Payflow. Он основан на UH-60 Black Hawk, стандартном армейском транспортном вертолете. Как и Payflow, он имеет ночное видение, способность к ночной навигации и дозаправке, что увеличивает его боевые возможности. Для задач, выполняемых на длинной дистанции, необходима дозаправка в полете. Этим занимается дозаправщик HC-130. В его крыльях есть специальные отсеки, выпускающие стыковочные гнезда для топлива. HC-130 способен безопасно действовать ночью, обеспечивая секретность специальных вертолетных операций. Последний представитель авиамашин для спецопераций — AC-130 Gunship. Он имеет прозвище «Спектр» и обеспечивает огневую поддержку сил специального назначения на Земле. Для нас самая примечательная возможность в точности огня, который мы можем осуществлять. Я буду откровенен. Наземные войска любят эту машину, потому что она точно доставляет огневую мощь даже вблизи от их позиций. Риск братоубийства минимален благодаря точности
которую обеспечивает именно эта машина. Самолеты огневой поддержки были первыми разработанными для специальных операций. Во Вьетнамскую войну потребовался самолет, способный точно открывать огонь по противнику рядом со своими силами. В результате возникло несколько конструкций, таких как этот AC-47 «Скуки». Базовым для ганшипов послужил транспортный самолет, имевший нужный размер и стабильность на малой скорости. Очевидно, этой платформой стал Си-130. Это один из наиболее успешных транспортных самолетов, и он стал идеальной основой для AC-130 «Спектр», специальность которого — наносить точный удар. Впечатляющая особенность «Спектра» — экипаж в 14 человек. Такого большого экипажа нет у других атакующих машин. Люди необходимы и для работы с бортовыми пулеметами, и с датчиками, и с компьютерами, обеспечивающими эту точность огня. На «Спектр» экипаж назначается соответствующим командованием ВВС и выбирается из экипажей транспортной версии С-130 «Геркулес», который порой называют «Слик». Что касается 130-х машин, то на них попадают наилучшие. Туда стремятся все. Кто хоть раз полетал на «Слике», готов убить всех соперников. Это превосходный самолет. Суть «Спектра» составляют его пулеметы и орудия. Как и в самой первой версии, они расположены вдоль левого борта. Впереди самолета мы имеем две 20-миллиметровые пушки «Вулкан». Каждая обеспечивает скорострельность до 2500 патронов в минуту. Обычно очередь ограничивается 8-10 секундами, чтобы не перегревать ствол и экономить боеприпас. Наш боеприпас ограничен, да и короткой очередью можно сделать больше, чем длинной. Есть 40-миллиметровая пушка «Бафур». Если кто помнит по фильмам о войне зенитную установку «Пом-Пом», мы взяли эту установку, сделали ее поворотной и поместили на самолет. Боеприпас, который мы выстреливаем, остался с 50-х годов, то есть это оружие интересно само по себе. И, наконец, у нас появились крупные орудия. Мое любимое — 105-миллиметровая гаубица. Хотя, мое мнение, начиная с большего и по убывающей. Хорошее орудие. Стандартное армейское на 105 мм. Гаубица установлена на поворотную установку и управляется системой управления огня, что аккуратнее и дает хороший удар. Отличное оружие. «Спектр» — комбинация высокой и низкой технологии. 105 мм — крупнейшее из орудий, установленных на самолетах. Это орудие надо уважать. Его ход при отдаче примерно 120 сантиметров, вес под тонну. Если окажешься позади него и руки сунешь не туда, будет плохо. Так что нужно уважать это орудие с его припасом. Мы очень осторожны с системой вооружения. «Спектр» работает ночью, полагаясь на два сенсора ночного видения для более точного наведения. Мы в первую очередь ночной самолет, и поэтому оснащены инфракрасным датчиком, который связан с телекамерой, переводящей источники тепла в видимый спектр. Система очень мощная, она позволяет оперировать темной ночью без всякого освещения. Еще есть телевизор, воспринимающий слабый свет. Он работает независимо от лунного освещения, но мы можем давать и собственное освещение, невидимое глазу. Эти два уникальных устройства заменяют нам зрение, а сами сенсоры напрямую связаны с системой управления огнем. Представьте все, что у нас есть сразу. Сенсор смотрит, орудие смотрит.
мы получаем очень точные ночные ресурсы. Высокая точность огневой поддержки связана не только с технологией, но и с тактикой. Размещение стволов вдоль борта позволяет экипажу использовать специальную тактику «разворот кабанчик», гарантирующий отличную точность. Принцип таков. Самолет выполняет разворот относительно заданной точки в пространстве на Земле. Это центральная точка постоянно и дает основную часть точности огня. А компьютер учитывает, что мы движемся по определенной траектории относительно самой цели. Маневр кабанчик уникален, требует большого умения от пилота и экипажа для его выполнения. Так что мы тренируемся каждый день. Пилот-истребитель за всю летную карьеру может выстрелить 1-2 ракеты. Им случается стрелять лишь из 20-го или 25-го калибра, а если управляют А-10, то 30-м калибром. Достаточно много в любом случае. Командир борта в нашем случае получает до 2 заданий в неделю. За счет интенсивных тренировок и специальной тактики достигается высокая точность поражения цели. Характерный тип мишени имеет размер джипа или больше. Мы, несомненно, атакуем машины, но можем атаковать и персонал. Мы можем, например, замечать людей в открытом поле и поражать такие цели. Ну и, конечно же, строения, бункеры и прочее. Все боевые задания постоянно подтверждали ценность специальных авиамашин типа «Спектр». Когда невозможны бомбовые атаки ввиду близости гражданских лиц или дружественных сил, на дело вызывается «Спектр», как, например, в операции «Справедливое дело» Панама 90-е годы. Можно, например, указать на операцию «Справедливое дело», когда AC-130 случилось работать по команданте. На память приходят живые картины, когда здание было обрушено за счет небольших боковых повреждений снаружи по его периметру. Вот какова роль AC-130 — наносить целям ограниченное боковое повреждение с уверенностью, что не пострадает никто, кроме тех, кто был намечен. Основу «Спектра» составил транспортный самолет, то есть он большой и медленный. Специальный маневр при атаке обеспечивает ему высокую точность, но и делает его очевидной мишенью для вражеского огня. Минимизируя риск для самолета и экипажа, он летает ночью, когда не так заметен для противника. Конечно, тактика подвергает нас риску порой, и есть ограничения условиями, в которых действуем. Следует учитывать и угрозы с Земли, и возможную воздушную угрозу. Эта система не предназначена для общих целей, всегда и везде. Но она хороша для специальных заданий. Только задание нужно подбирать, во-первых, с гарантией успеха, а во-вторых, самолет должен вернуться домой. Мы имеем уникальные возможности. Очень точная сила огня в сочетании с низкой летальностью, что позволяет работать вблизи от дружественных нам сил. Ночной полет «Спектра» зависит от сложных сенсоров в небольшом отделении в середине самолета. В правой передней части отделения сидит офицер по электронике с соответствующим снаряжением. Слева от меня впереди оператор инфракрасного сенсора, который с его помощью определяет цели, наводит орудия и прочее. В задней части отделения оператор, работающий с телевидением слабого света. Он тоже находит цели и наводит на них. Ночные сенсоры используют для поиска целей. Система FLIR находит цели даже самой темной ночью, по минимальной разнице температур между телом человека и машиной.
Основа точной стрельбы — тщательная координация действий операторов-сенсоров, офицера управления огнем и пилотов. Оператор сенсоров изначально отвечает за поиск целей. Навигатор доставляет нас в тактическую зону. Сенсорщик координируется с офицером управления огнем, а навигатор по определению целей ведет огонь. После определения цели данные поступают офицеру управления огнем. Там баллистический самолетный компьютер рассчитывает нужную баллистическую траекторию и указывает цель пилота. На современных атакующих самолетах оружие наводится через визор, называемый дисплеем «hands up». Он находится перед пилотом. Там же выводится важная полетная информация и данные о цели. На спектре этот дисплей сбоку, а не перед пилотом. Дисплей «hands up» у нас для нацеливания оружия. Компьютер, расположенный сзади от офицера управления огнем, вырабатывает символы, которые выводятся на этот дисплей. Так мы наводим оружие. Ведя огонь с этого самолета, я, собственно, вижу черную дыру. Я ничего не вижу на земле. Мы стреляем по высоте, и я не различаю на земле ничего. Цели не вижу вообще, но их видят сенсоры. Эта информация подается компьютеру, тот генерирует символы для экрана, а я по ним навожу. Как только символы совмещены, я веду огонь. Решение пилота на огонь должен удостоверить оператор сенсора, смотрит ли стволы в правильном направлении или нет. Если пилот ошибся, то вмешивается компьютер. Компьютер просто не даст нам стрелять в отсутствии правильного огневого решения. Мы работаем в тесном контакте с этим сенсором. Который из сенсоров мы используем, теле или инфракрасный, это из вопроса о первичности яйца или курицы. Пилот нажимает на спуск, сенсор определяет, захватил ли он цель, ствол в этот момент следует за камерой, оба замкнуты на компьютер. Когда он решит, что цель захвачена, выдается согласие, и стрельба начинается. Одна только ночь не защитит спектр. Сейчас уже в любой армии есть ПВО, управляемое радаром, а также инфракрасные ракеты. Спектр защищается от этих угроз с помощью электроники. По всему самолету есть сенсоры-уловители сигналов радара, который следит за нами в этот момент. Есть также датчики, предупреждающие о ракетах. На спектре есть специальный офицер-электронщик, определяющий, как следует реагировать на эту угрозу. Есть оружие, которое не может выявить и электроника. Тогда для защиты спектра может использоваться человеческий глаз. Поэтому в самолете сбоку имеется наблюдатель. Второй наблюдатель сидит в хвосте, и они наблюдают сквозь плексиглазовый пузырь. Обоих научили опытным путем выявлять вражеский огонь. Например, при ракете «Земля-воздух» вы увидите яркое свечение от запуска. С приближением ракеты вы увидите столб дыма из хвоста ракеты, нечто вроде быстро приближающегося штопора. Очень быстро. В случае приближения к нам тройного «Эй», пулеметчики используют разные трейсеры для направления огня в зависимости от размера тройного «Эй». Например, если приближается «Би-Би», то видно больше линий, и оно очень быстрое. Оно очень опасное, очень точное. Именно опытные члены экипажа сделали спектр столь страшной системой вооружения. Эскадрильи американских сил специального назначения — наиболее элитные боевые единицы во всем мире. И при доставке солдат в глубокий тыл противника, и при нанесении мощного огневого удара, несмотря на непосредственную близость дружественных войск, эти части выполняют самые важные задания для своей армии.